Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжить. О, смотри, какая штука! Все, я знаю, что надо делать. Да, нужно потерять лампу. Стой! Не надо! Приветствую тебя, путник! Как я рад тебя видеть! Я Стэн, джин из этой лампы. Сегодня ты уйдешь отсюда счастливым. Откуда я это знаю? О, здесь исполняются самые безумные желания. А в награду за труды исполнитель получает свободу. Правда же здорово? Сам посуди. Вообще шикарно. Одному целых три желания, другому свободу. Отличная сделка и взаимовыгодное сотрудничество. А, вижу, ты сомневаешься. Не уверен, что видишь перед собой настоящего джина. Я угадал? Ну смотри, парень, я покажу тебе настоящую магию. Неплохо? Ты аж язык проглотил. Удивил я тебя. Эй, что за шутки? Помолчи-ка и послушай меня. Три желания, значит. Первое. Выпусти меня из этой своей лампы, тут воняет. Второе. Разгони кошмары, которые мучают девочку. Третье. Чтобы я тебя больше не видел. Никогда. Эй-эй-эй, притормози, дружище. Ты меня не так понял. Это ты будешь исполнять три моих желания? А иначе в чем выгода? У тебя два варианта. Сделать, что я прикажу, или до конца жизни гнить внутри вонючей лампы. Я, в принципе, догадываюсь, что ты выберешь. Так что... Мое первое желание простое. Я хочу летать. Тебе надо пойти в лес и перебить там всех черных фей, потому что мне нужна их волшебная пыльца. Ну чего стоишь столбом? Отправляйся в лес, прикончи всех черных фей. Мне нужно много пыльцы, чтобы взмыть в бесконечную синеву небес, как гордый орел. Этот джин меня бесит. Но зато можно поубивать фей. А это дело приятное. Как мило. Если что, в лесу живут примитивные зубные феи. Со мной ничего общего. Ну, тебе виднее. Так, ага. Я думал, он у нас забрал эти, как его, мечи наши. Давай, иди сюда. Ля, ты падла. Вот это вот фея, да? Я так понимаю, или что это? Или это просто летучие обезьяны? Так, хорошо, давай перепрыгнем, давай спустимся вниз, посмотрим, что у нас здесь. Ага, это мы можем с вами загрузиться на другой уровень предыдущий, но явно я этого делать не буду. Так, пошли искать фей. Неплохо, давайте прокачаемся, давай посмотрим. Мы с вами прокачаемся. Увеличит запас маны. Может, увеличит запас маны, либо ускоряет восстановление рывка. Я даже не знаю, куда пойти. Повышает скорость. Так, а ты повышает урон заряженных ударов. Давай, наверное, пойдем вот сюда. Так, все, отлично. Так. Ля, ты падла. Да ля, отстань от меня. Смотри, что они делают. И шо? И как? Ты серьезно играешь? С меня с самого начала это все начинать? Не, это не прикольно. Вообще не прикольно. Ладно, давай пробовать заново. Так, иди сюда. Не, отстань. Вот так вот. Есть минус один и минус второй, да? Но
Ну подлети давай ко мне ближе. Есть, наконец-то. Только начали с вами прохождение, и начинается вот такая вот ерунда. Так, это сохранялка, да, так понимаю? Да, отлично. Тогда нужно будет... Так, погоди, а что у меня? Что оно так подлагивать начало? О, отлично. Кто тут? Ага, крабы. Падла. Все, 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 отстань, отстань, дядя, отстань. Давай подхилимся. Смотри, тут внутри большой какой-то есть. Давай попробуем. Ля ты, падла. Тебе нужно оружие помощнее. Это что, например? Что там за такое оружие? Так, все, отдыхай. Так, давай смотреть. Падла, бесишь меня. Да ёб твою. Все. Игра, успокойся, пожалуйста. Успокойся, мы только начали, ты уже начинаешь. Все, сейчас я сяду немножечко поудобней. Отлично, попробуем дальше пройти. Да, отстань. Встаньте вы от меня. Ага, сейчас опять, наверное, вот эти вот крокодилы-бегемоты, да? Будут. Ну? Отлично. И... Прыжок, полетели. Да. Ага, а вы кто такие? Алло, ты чего, издевайся? И как мне с тобой бороться, если ты вообще не поддаешься? Ага, вот так вот, нужно быстро просто нападать на них. Хорошо, есть, отлично. Не забываем про здоровье. А ты кто? Так, новая возможность Прибивающий выстрел. Ага. То есть я могу вернуться к этому крабу, да, я так понимаю, и что-то там выстрелить. Так, стой. Меню снаряжения. Охотник. Затратно маны. Да. А, исцеление сокращается вдвое. Давай, наверное, уберем и попробуем. Во, прикольно, а попробуем вернуться назад к нашему крабу. Как думаете? Давайте попробуем. Может, это оно и есть? То, что нам фея говорила. А теперь мы сможем вами разбивать этих всех. Ага, если бы я еще попадал бы, да? У них крепкая броня. Тебе нужно оружие помощнее. Ну, пробежающий выстрел. У них крепкая броня. Тебе нужно оружие помощнее. Нахера тогда я его прокачивал? Я таки извиняюсь. Чтобы что? Или как мне его активировать? Ладно. Я так понимаю. Ой, ёб твою. Я так понимаю, что нам нужно будет что-то другое. А я не понять, что за лаги пошли. Что не так, игра? Что тебя не устраивает? Что за лаги? Ага, вот наверх, да, нужно, да. Ладненько, пошли. Так, а здесь нам нужно... Понял. Перепрыгиваем. Сударь, как так, а?
Барыня, сударыня. Падла. Бесишь. Так, а тут что нам нужно делать? Это что такое? Отстаньте, пожалуйста, от меня. Ну, что вы... Блять, у него еще и лазер. А что это за супермен летающий? Что это за летающий супермен? Я таки извиняюсь. Не, ну вы это видели? Попробуем заново. Так, падла. Ага. Сейчас нужно будет с суперменом разобраться. Иди сюда, давай. Нападай на меня полностью. Есть, хорошо. Захилились. Так, что теперь нужно? Давай. Да еб твою. Так, ты можешь на веревочку это запрыгнуть сверху, либо не можешь. Ну, вроде все правильно, вроде вам туда и надо, на канат было. Я не могу понять, почему. Я второй раз сейчас перезагрузился. У меня пропали, во-первых, и обезьяны пропали. И во-вторых, конкретно канат, куда там нам нужно будет с вами подниматься. Вот смотри. Нет, видите? Да еб твою. Нету вообще ничего. А сюда залезть я не могу. И что не так, я не могу понять. Вот здесь должен быть канат, под кротом мы должны были ползти с вами. У них крепкая броня. Тебе нужно оружие помощнее. Допустим, какое? И как мне вот сюда... Ага. Смотри, я пробрался. Интересно. Так, ты кто? Здорово. Сейчас давай его победим. Ну все, откисай, пожалуйста. Откисай. Ты будешь откисать, либо не будешь? Будешь, хорошо. Давай подхилимся. Так, хватит бросаться камушками, падла. Давай наверх пойдем посмотрим. У них крепкая броня. Тебе нужно оружие помощнее. Например, какое? Угу, хорошо. Пошли искать оружие помощнее. Я так понял, да? Так, а кто это тут? Падла, камушками бросается. Так, хорошо. Давай посмотрим. Ты кто? Кто это делает? Так, я могу попасть? Не, не могу. Или мне не надо попадать? Или мне нужно через альт попробовать запрыгнуть? Так, меню снаряжения. Ну, давай посмотрим. Ну, смотри, у меня есть... Так, прерывающий выстрел дальнобойные атаки запускают ударную волну. А каким образом это мне сделать? То есть как мне это все активировать? Древо навыка shift назад. Вот это я не могу понять, если честно, я не вкурил. Что там у нас пробивает?
кто понял, напишите. О, здорово. Так, ну с этими вроде бы справляемся пока, месь. Давай, подлетай. Давай, 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 не бойся. Помойная панда, блин. Так, хорошо. Наверх, я так понимаю. Ну, ты издеваешься? Так, ты издеваешься, да, наверное? Вот так вот. Хорошо, и куда? Ага, вон. Туда, да, дай, дай мне сюда подняться. И не падай, пожалуйста. Нет, 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 не под, не падай, не под, не под, не. Ладно, я тебя этот меч, знаешь, куда засуну? Наконец-то. Мне нужно теперь как-то подниматься назад, я не знаю. Ну да, тут тупичок. К сожалению, тут тупик у нас. Ага, еще один. Ладно, бесполезно, да, эта штука? Если бы он еще не отлетал бы после каждого удара, было вообще шикарным. Так, давай подхилимся с тобой. Молодец. Пошли назад. Нам нужно какую-то с вами фею, помните? Ага. Убить. И забрать у них там что-то, какого-то чего-то. Так, давай опять наверх. Давай наверх. Хорошо. Здесь, сюда, на... Вот тут. Наверх. Сука, нет, 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 нет. Не пандай. Интересно, я упустил оружие сильное, либо нет? На этих крабов, либо не упустил, либо тут где-то что-то... Ну, ты понимаешь, я пытаюсь нажать Alt, а меня оно... Во. Нормально. Ага. Ну, подлети ко мне, давай. Давай, подлети ко мне, падла. Нет, 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 нет. Сука. Бесишь ты меня. Нет, 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 я сказал, нет. Пожалуйста. Что ли мы это с вами сделали? Как мне теперь доверху допрыгнуть туда? Вы... Сука. Ну по-другому ты никак не скажешь. Просто сука. Какого хера, блять, я должен тут это по 300 тысяч раз туда-сюда бегать? Игра. Это детская игра. Ты прикалываешься? Ну реально, это просто детская игра. Ну, оно не должно быть так. Либо я чего-то не понимаю. Наконец-то. Наверх. Ага, есть и налево, и направо. Куда тут нужно идти? Хорошо. И что это нам даст с вами? Честно, пока у меня есть без понятия, что нам даст. Ага, вот. Зеркальце, меню снаряжения. Вы так и поняли? Вот меню снаряжения, как мне это все делать. Больше опыта. Давайте, наверное, не знаю. Давай поменяем.
Давай поменяем на здоровье, там, на что-то другое, потому что я, честно, без понятия, что его делать. Тихо, тихо. Сука. Понятно, ладно, давай. Я с тобой. А, все, я не могу. А, могу. Ой, нет, нет, ну я ж почти, ну я почти ж успел же, ну гребаный эти бастус, так выйдет из этой херни. Реально почти ж успел. Я просто не знаю, что тут нужно делать, подпрыгивать, не подпрыгивать. Справились. Или мне нужно сюда просто запрыгнуть, а дальше как? Стой. Ага, а мне нужно было дальше вниз, да, лететь, я так понимаю. Или что? Или кто козел? Ладно, давайте прыгать вниз. Честно, без понятия, куда тут идти. Тут вы же видите, сколько много разных путей. Пути не путем. Блин, надеюсь, тут не будет эти крабы, которых мы победить не можем. Ага. Даже так. Ой, все. До побачення. Наконец-то. Где эти летающие феи, у которых мне нужно там что-то забрать у них? Ой, ёптвы, как она пролагала. Где эти феи? Так, что это? Сука. Может, тут оружие будет, как думаете? Медведь, смотри! Оля, Эскалибур. Топор. А что, можешь его для меня обработать этим своим мелкофейским колдовством? Еще как могу! Это будет оружие непревзойденной мощи! Ага, не сомневаюсь. Давай быстрей. Такой топор мигом любую стену прорубит! Ну, а врага? Врага еще быстрее! Так, нажмите Е, чтобы ударить по врагу. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Все, пошлите вниз. Пошлите вниз. Ептвою. Воля. Теперь мы сможем с вами, я так понимаю... Стой, 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 стой. Надо подхилиться. Так понимаю, мы теперь сможем с вами и этих огромных крабов, да? Лупить. А куда нам? Вправо, влево, влево, вправо. Давайте направо. Ага. Так, меню снаряжения. Во, мы с вами вернулись. А, давай. Попробуем. Блин. Вернуться назад. Да сука. Ты издеваешься, да, надо мной? Бля. Ладно, пусть оно. Пусть оно закончит. О, молодец, умничек. Хорошая игра. И конкурсы отличные. Так, давай попробуем вернуться назад. Я сказал вернуться назад, да гребаный кибастос. Наконец-то. Ой. Тут прыгнули, спрыгнули.
Спрыгнули. А ну. Не. Ага, понял. Так. Это хрёбаный. Во. Где тут был краб огромный? И что, все? Не могу больше. Сука. Есть. Отлично. Ага. Стой. Нужно подхилиться, нужно подхилиться. Нужно подхилиться, я сказал. Все, шикарно. Так, погоди. Не, погоди ты своим. Сейчас я вернусь. А как мне тебя? У его знает, как оно его тебя. Я так понимаю, что без понятия, да? I don't know. Здорово, заебал. Что ты тут, дед? Все. Успокоился. Ага. Все равно до жопы, да? Наконец-то я это сделал. Все, мы умнички, мы молодцы, мы справились. Брось топорик. Давай теперь смотреть. Тут вроде где-то камушки должны падать, да? Или уже не должны падать? Опа, а наверху у нас что? А наверху у нас ровным счетом ни хуя. Нету, все, у меня просто, блядь, горит от этой детской игры, если честно. Ладно, все, собрались. Давайте попробуем найти... Найти эту фею. Ага, не допрыгнул. А почему? А потому... Так, ненадолго мне хватило, буквально на 3 серии, да? И мне начинает гореть уже от этой игры. Сука. Как вы заебали, ну серьезно, ну хватит. Есть. Так, давай наверх. Тут, по-моему, там... Так, а что-то я думаю, что нам нужно будет еще и вправо попробовать сбегать. Как вариант. Сука. Да не... Ты... Не, на этом наше прохождение этой прекрасной игры закончил. Еб твою, блядь. Давай. Значит, на сегодня явно все. Давайте, наверное, либо в следующей серии, либо уже не какой. Потому что реально меня вымораживают вот такие вот моменты. Я думал, спокойно посидим, поиграем. Расслабимся, отдохнем от разных прекрасных игр, которые напрягают. Ну, тем более, реально, это детская игра. Здесь должно быть, не знаю, уровень сложности, выкал и все, и прошел. Но не в этот уже помойка. Оно еще не срабатывает, падает, понимаешь? Ну вот, как мне туда запрыгнуть? Ну, кто мне скажет? Как-то вот так. Так, мы налево с вами, по-моему, в прошлый раз ходили. Давайте попробуем сходить на направо, да? Так, и что мне нужно делать? Шикарно. Ага, и
ничего. Мне как-то наверх, да, нужно? А как наверх? Сука, нет, пожалуйста, нет. Да в пизду, все, нахуй. Всем пока-пока, всем до потом и мур-мур.